Друзья, всем большой-большой привет! Сегодня готовим вкусную поджарку из рыбы. Рыбу можно взять любую, у меня филе ментая. И нарезаем порционными кусочками на свое усмотрение. Нарезали рыбу и перекладываем в миску. Добавляем соль. У меня соль адыгейская, можно взять обычную соль и какие-нибудь любимые специи. Перемешиваем. И пока отставляем в сторонку. Репчатый лук нарезаем произвольно. Лук перекладываем в миску. Из расчета на 300 граммов лука я беру 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Все перемешиваю. Разогреваем сковородку, добавляем растительное масло и обжариваем лук с крахмалом. Морковь тоже нарезаем произвольно. Лук обжарили и добавляем морковь. Добавляем томатную пасту. Перекладываем рыбу. Все перемешиваем. Можно рыбу по желанию отдельно обжарить. И добавляем лечо. В лечо у меня нет уксуса. Тут у меня помидоры, болгарский перец, зелень, перемолотый чеснок. И на медленном огне, или как у меня, из 12 у меня будет шестерка. Доводим рыбу до готовности минут 15-20. Вот посмотрите, прошло 20 минут, все готово. Я обычно добавляю по готовности зелень. У меня петрушка и укроп. И блюдо готово к макаронам или картофелю. Это очень-очень вкусно. Друзья, вкусная, сочная поджарка готова. Готовится быстро, получается вкусно из любой рыбы. Приготовьте и вы, буду рада, если вам понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео. Здоровья вам и вашим близким!